Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Быстренько забегаем в задание и забираем наши награды. Раз, два, три, четыре. Так, ускорение использовать. Так, моды. Все это нам предстоит еще только сделать. Так, здесь у нас... Ага, спинораптор. Не вышло, к сожалению. Попытка номер два. Так, а здесь у нас... Ух ты, они все готовы. Это у нас пастозух. Так, что я хотел сделать с пастозухом? А, ну я понял. Мы его хотели скрещивать, да? Слушай, не дофига ли я там их заказал-то себе, этих пастозухов? Ладно, шиш с ними. Это у нас нундазух. Тоже помещаем, где он там, я его и не вижу. Так, тоже прокачаем его. Чуткарик. Так, следующий у нас там идет стегозавр, по-моему. Так, точно, стегозавр. А, стегозавра у меня и нету. Значок собрат. Вот ты что делаешь-то? А стегозавр у нас с кем гибридом делался? Все, вспомнил. Вспомнил. Так, отлично. Значок собрат. Значит, мы еще здесь значок можем забрать. Забираем. И здесь тоже забираем. Допустим. И последний, это опять же у нас пастозух. Поместить. Это будет двадцатка, тридцатка. Нам еще даже не хватит. Еще нужно будет делать. А с кем у нас гибридом становится? Со стегозавром? А, сегнозавр. У меня такого нету, друзья. Сегнозавра пока. Ладно, ничего страшного. Ну что, переходим в схватки и смотрим, что нам сегодня доступно. А, главный приз, это понятно. Могучие деньги, белая мгла. О, белая мгла, это как раз для меня, ребят. Это как раз для меня. Так, здесь мы берем с тобой синтета с раз. И где мой мамонт? Мамонт, вот он. Вот так, наверное, мы сделаем. Так, и можно, в принципе, взять Келлингера. Поехали. Блин, что так дорого стоит? 450 тысяч за один какой-то поединок. Ну что, я сразу атакую. Погнали. Неплохо. Ему все равно деваться некуда. Так что он не будет здесь никого менять. Будет атаковать по полной программе. Вот так вот он сделал. Мы его добиваем. Хорошо. Газелька тут попрыгала у нас. Так, выходит следующий лосматерий. Ну давай, две атаки. Что ты там жамкаешься еще? Окей, мы его уничтожаем. И выходит последний. Так, вышел. Ну, он сейчас, конечно же, добьет мою газельку эту. Насколько ты можешь понимать, что мамонт пробьет сейчас его. Пробьет, причем не кисло. Ох, он всего лишь одну защиту. Все, ребят. Ну что, первый поединок довольно неплохо у нас получился. Переходим на второй. Так, сейчас мы посмотрим, во-первых, кого нам выставят против нас. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Так, выставляет Амфициона. Значит, здесь надо брать раз, два, три. Раз, два, три. По идее, нам нужно будет с тобой еще выполнить. Так, раз, два. Сделаем, знаешь как? Вот так. Чтобы у нас было три разных, и мы с тобой сделали сразу следующее задание. Сыграть в этой, в кайнозойской эре тремя разными животными. Так, ну что? Так, а не получится вырубить его с первой попыточки-то. К сожалению.
Ладно. Нам по барабану, что он там делает. Погнали. На тебе. Ну что, вышел, вышел Эриматерий. Да, когти у него, конечно, будь здоров, тут не поспоришь. Но зря ты это делаешь. Ой, зря. Раз, два. Поехали. В топку его. Ну и последний Архиотерий. Ох, ну как ты понимаешь, ему тоже крышка. Ну все, кабан. Доигрался. Давай, добивай его. Отлично. Ну теперь остается только лишь забрать нашу награду и смотреть, что там у нас еще есть. Но давай без вылетов только. Афиакадон, ну фиг с ним. Афиакадон, так афиакадон. О, ну иди, разберись там. Да, видишь, вот здесь мы с тобой сразу выполнили задание. Хотя в PvP все равно нужно принять участие. Кто-то мне сказал: Рэй, почему ты диплотатора не прокачиваешь, не делаешь ему еще одну эволюцию? Друзья мои, чтобы сделать диплотатору эволюцию, как ты говоришь, нужно смотреть что. Сарказуха, ДНК, 1500. У меня в наличии 135. Так как я тебе сделаю? Вот объясни мне, как? Если почти, извини меня, 1000 с лишним не хватает. 1350 ДНК. Причем не просто ДНК, а суперских ДНК. Так что об этом пока даже разговора нету. Что у нас тут? Хвост булава. Что за хвост булава? Травоядный только. Нундагозавры. Так, это интересно. А что у вас так много здоровья-то? Против вас, конечно, бы летуна бы взять, но у меня нету летунов. Да и вряд ли я смогу пройти это событие. Давай-ка мы лучше пойдем с тобой продолжать арену бомбить. Да? Так, событие. Битва. Меня сбросили до Лиги Охотников, если ты не успел заметить. Так, ну что, давай проверим вот этого. Велоцираптор возьмем. И Кулазуха. Хочу просто посмотреть, насколько слабые противники нам сейчас будут выпадать. Я бы не сказал, что это слабые противники, если честно. Не сказал бы. Начну с атаки. Так, смотрим, что он будет делать. Будет атаковать или нет? Угу, не стал, да? Давай вот так сделаем. Отлично. Решит меня испытать? Не стал. Не стал, ребята, он меня испытывать. Тогда я делаю, наверное, слив. Давай все сольем. Замечательно. Так, ну что, Карнораптор. Что этот Карнораптор будет делать? Сейчас посмотрим. 3 очка действий тратит. 2 у него остается в запасе, верно? Верно. 2 у него остается в запасе. Если я возьму Кулазуха. 1, 2.
так вот сделаем. Посмотрим. Ого, вот ты, парень, не попался. Вот ты, парень, не попался. Раз, два, три. Ну фиг с ним, давай так сделаем. Пока, пташечка. И Гуанлунь. 37 к атаке, серьезно? 37 к атаке, ё-моё. Это смех. Даже не пробил. Ну все, тогда ему крышка, естественно. Что тут можно еще говорить? Отлично сыграли. Просто изумительно. Кулазух не подвел меня. Напоминает он мне чем-то лавовую ящерицу. Так, это мы в охотниках, да? Как-то нас очень быстренько опустили вниз, но зато мы можем здесь с тобой паролить. Итак. Нет, 120 ДНК выпадает, к сожалению. Двигаемся дальше. Не будем терять надежду на лучший приз. Так, Ютирануса возьмем. Возьму, наверное, Скафагната и Афиакамима. Как тебе такой расклад, а? Насчет Ютирануса я не совсем уверен, что он здесь будет в тему. Ну, надо смотреть. Да. Ютиранус далеко не в тему здесь. Твою налево. Так, ну что, против Кулазуха нам придется брать кого? Скафагната сразу же. А он против Скафагната поставит нам вот этого, да? Сейчас посмотрим, что здесь будет твориться. Меняет. Так, ну что, нам, если он сейчас будет сделает ход. Не стал он делать входы. Давай попробуем тогда мы его щелкнуть. Защита. Что-то я тупанул, надо было не бить его. Так, ну что, он поменяет опять на Кулазуха. Оу, Метриоринха берет. И атакует, да? Ну тогда нам придется сделать вот так вот. Но пробить я его не пробью, к сожалению, пока. Допустим. Блин, то, что у нас травоядник, вот это вот не в тему немножко. Так, ну он может поменяться спокойно на... Ты смотри, что творит, а? Ты смотри-ка, что он тут вытворяет. Меняемся тогда. Раз, два. И берем бонус. Посмотрим сейчас. Так, Кулазух. Ну, Кулазух нас тоже может вырубить, но сольет он всю атаку. Да, получается так. Вот только сможем ли мы его сейчас бомбануть? По-моему, тут, ребята, фейл. Огромный у нас будет фейл. Сейчас понимаешь, он сейчас все в атаку сольет. Мне никак, ребят, не получится устоять даже. Если бы у меня хотя бы было бы 140 хп, даже 160, тогда да. А в этом случае, ну, никак не получается, к сожалению. Так что сфейлился я. Подбор команды, конечно, не особо был хороший. Именно под врага он просто не подошел. Потому что у меня был хищник, а у него два... Две рептилии, в общем, мы не справились здесь. Ладно, грустить не будем, поехали дальше, пробуем.
Не корову, в конце концов, проигрываем, верно? Так, берем Астафликозавра. Возьму, наверное, здесь Эрликозавра и Тапиелозавра. О, хочу вот таким вот попробовать отрядом. Опять же, рептилию ни одну не беру с собой. Может быть, зря, конечно. Рептилия-то, по идее, как бы нужна. Да что ты будешь делать? Ну ты посмотри, а. Димитродон, трындец. Офигеть, взял, называется. Че, придется менять. Да, обалдеть, ребят. Не знаю, как мы тут вообще. Так, Димитродона взял он, да? Димитродон — это хищник. С целой кучей здоровья. Я не знаю, что делать. Давай так вот попробуем. Я не уверен, конечно, что это правильная мысль. Он сейчас две атаки сделает. Он даже не будет мешкаться здесь. Полная фигня. Полная, друзья мои, фигня получается. Блин. Надо брать рептилии. Но это фигня получается абсолютно, ребят. Без рептилий делать нам вообще нечего. Против этих хищников, блин. На одних травоядных и летунах ты не уйдешь. Что, крышка нам? Эрликозавр уходит, бедолага. Аж у бедного ножки подкашиваются. Да что тут, проиграли, понятное дело. Диплотатор, 413 к атаке. У него 5 очков действий. Ну, понятно, фейл. В общем, первого нужно брать либо летуна первым брать, либо рептилию. Вот что я заметил. Это как бы самое оптимальное. Хищника лучше не ставить первым. Потому что в поединках, ну, это уже не катит, ребят. Поэтому давай мы сделаем следующим образом. Возьмем диплотатора. Возьмем алангозавра и возьмем, например, возьмем вот так вот и вот так. Просто посмотреть хочется, ребят. Ну, конечно, если он сейчас, опять же, каких-нибудь бизонов тут наберет. Ну вот, вот здесь вот. Блин, ну почти, ребят, идеальная комба, почти. Так, ну что, атакуем сразу же. Это велосираптор, да, прокачанный полностью до 40 уровня, ну почти. Меняет. Наберет пахицефалозавра. Угу. Так, ну что у нас? Две атаки нужно ему сделать, да, я так понимаю. Поехали. Готов. Будет менять, интересно. Опять же меняет, да? Берет диплодока. Давай посмотрим. Что этот диплодок нам сделать может? Ну, если он даже всю атаку сольет. Ничего не стал делать. Так, диплодок ничего не стал делать, поэтому берем с собой вот так вот. Раз, два, три. Вот так вот. Забомбим. И смотрим. Меняет.
принципе, это будет хорошо. Так, ну что нам надо? Всего лишь одну атаку сделай, да? Давай две. Ну что ты явился? Сделать тебе ничего невозможно. Ха-ха-ха. Все, уничтожаем его. Прекрасно. Да, столько фейлов и только одна победа. Такие вот дела. Ну что ж, давай. Крутанем рулеточку нашу. Так, 19-я позиция. Что-нибудь дадите путевые? Твою налево, ну редкий убийца было. Ну так вот всегда. Я не знаю, ребят, тут шанс выпадения хоть какой. Ладно, берем Нундагазавра. Алвангазавра возьмем и Эдиуморфодона. Посмотрим, что у нас вот здесь получится. Какой противничек сейчас выпадет? О, Ютиранус. И два травоядничка. Два травоядничка. Ну, слушай, в принципе, под Алангазавра будет вообще топчик. Так, этого сразу выносим. Хорошо, что мы с тобой Нундагазавра прокачали до 20 уровня. Так, Пахиринозавр. Такая физиономия у тебя ужасная, напоминает мне чем-то муравья какого-то. А-та-та-та-та. Давай я вот так вот сделаю. Угу. Ну и что ты по итогу? Что ты там дергаешься? О, как решил сделать. Ай-яй-яй. Как нехорошо, как нехорошо, а? Братишка. Получи. Ждем следующего. Брахиозавр вышел такой деловой. Ну что у тебя, 98 атаки всего лишь. Ну что ты мне сделаешь, а? Ничего. Абсолютно. Ну все, прописываем по полной программе. Идеально. Блин, мне кажется, вообще вот эти вот динозавры, они самые, так сказать, беззащитные. Ну что он может сделать? Своей головой мотануть разочек и все. А вот такой вот тиранозавр подойдет к нему, и что он сделает? Да ничего. Так, ну что, давай посмотрим, что нам выпадет на этот раз. Опять какая-нибудь фигня, да? Да ё-моё, ну ты... Хоть действительно, не надейся уже на что-то лучшее. Ну что, здесь возьму, наверное, Диплотатора. Так, Таникалагриуса возьмем. И еще одного Эдиуморфодона. Это, наверное, уже будет предпоследний у нас поединок, потому что тут остается совсем мало динозавров. То есть вот максимум. Так, ты пижара тут даже. Ух ты. Кого-кого, но топижару я здесь совсем не готов был увидеть. Ну погнали. Топижаре здесь вообще не место. Красавчик, что я могу сказать? Молодец, хлопчик. Раз, два, раз. Иди отсюда погуляй, подыши. Акроконтозавр. Угу. Ну что, акроконтозавр? Давай поборемся. Ничегошеньки не стал делать, да? Тогда получи.
Ютиранус. А, нет, Метриокантозавр. Ну что, парень, тебе придется, наверное, все тут слить, чтобы победить моего Диплотатора. Ну, а потом, естественно, мой Таникалагриус. Ты серьезно сейчас? Да, упустил свой шанс, парнишка. Ну вот и все. Ну тут как-то легко. Да, когда есть амфибия хоть одна, как-то легче бой проходит, чем без нее. Но у меня не так много амфибий, так что... Как-то вообще еле-еле мы продвигаемся в этой арене. Особенно уже ближе, как говорится, к следующему переходу. Только не вылетай, пожалуйста, а? Ну, я думаю, ты прекрасно все понял, что произошло. Так, что у нас там опять-то, а? Забрать, использовать ускорение, 3 штуки. Так, ну что, погнали. Последний, наверное, у нас будет бой. Раз, два, три. Все. Больше крутых динозавров у нас не осталось. Да, как-то... Я тебе говорю, когда нет рептилии, все очень плохо, ребят. О, давай атаковать. Интересно, если... Да он пробьет меня, ребят. Сейчас 2 атаки сделает и карантарики. Птеродактиль мой тут и расплавится, да, получается? Скорее всего, да. Так, ну что, смотрим, сколько мне нужно. 2 атаки. Ну, погнали. Ну, видишь, у него вот этот еще ханорик есть. Он сейчас, наверное, его возьмет. Поменяет на него, да? Тогда мы с тобой возьмем вот этого. Угу, я так и думал. Прианозуха взял. Давай так сделаем. Давай вот так вот. Так, слушай, если он сейчас пропишет 4 на 300, 1200, он ничего не стал делать. Ну-ка, дай-ка я солью все. Зря, наверное, это сделал. 311. 7. Так, смотрим, сколько он сливает. Ему нужно 4 или 3 атаки? 4. 3 остается, да? Ну что, погнали. Даже если он сейчас будет атаковать, он не успеет, ребят, пробить. Он все в защиту воткнул, да? Нет? Тогда крышка тебе. Это, как говорится, на дорожку. Это на дорожку. Замечательно. Было круто. Но навряд ли мы с тобой перейдем. Так вообще еле продвигаемся. Ну, ну дайте что-нибудь на 10. Ну, спасибо за 10 долларов. Так, ну что, ребята, аренку повоевал. Я слишком довольный сегодня, в принципе. Давай мы сделаем с тобой ежедневки еще. Так, что у нас там надо? Собрать моды. Ну, давай один мод найдем. Так, давай эхо. Один мод, пожалуйста, нам. Так, отвлечение. Понятно.
и использовать 3 ускорения. Но 3 ускорения можно, знаешь, как сделать? Ну вот, например, мы берем с тобой вот это, да, инкубатор, вывести. Если я не ошибаюсь, он должен выводиться бесплатно. Да. То есть вот тебе раз ускорение. Я не помню, а Ланка тоже, по-моему. Ать. Ать. А Ланка-то как раз платно. Ну, в общем, вот тебе 2 ускорения. И последнее. Давай сделаем так. Все. И забираем с тобой наградушку. Так, еда, еда, 35 долларов и монеты. И 95 очков доверий. Ну что, друзья мои, вот как-то так. Надеюсь, вам серия понравилась, но мы обязательно увидимся в следующей и продолжим наши битвы динозавров. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.